Добрый день! В эфире «Мир нации» – ваш культурный гид по мультикультурной жизни сибирской столицы. Сегодня в выпуске споем под гитару вместе со студентами из Якутии, отправимся на концерт «В моем сердце Украина», примем участие в научно-практической конференции, а также посетим музыкальный вечер «Диалог классики». Научно-практическая конференция «Государство, общество и церковь» проводится в Новосибирске уже не первый раз, объединяя на своих площадках представителей федеральных органов государственной, региональной и муниципальной власти, научного экспертного сообщества, а также общественных, религиозных и национальных организаций. Как проходит адаптация детей-мигрантов в условиях современного мегаполиса? Какую роль играет молодежь в реализации национальной политики в Новосибирской области? Какой будет стратегия региональной национальной политики до 2025 года? Ответы на эти и другие вопросы «Мир наций» получил на научно-практической конференции «Государство, общество и церковь». Наша конференция «Государство, общество и церковь» в этом году, тематика ее «Национальное единство, этнокультурное и межконфессиональное согласие». Именно поэтому все наши секции и круглые столы посвящены вот такой очень значимой тематике для внутренней политики современной России. Сегодня у нас секции поработали, секции, посвященные российской нации, секция, посвященная языкам, культурам, традициям, образу жизни народов Российской Федерации, секция, посвященная миграционным вопросам. Мы пытаемся не только понять уровень научного сопровождения этих сложных проблем, но и выработать конкретные рекомендации для органов власти, государственного управления, институтов гражданского общества, в том числе и для средств массовой информации. Количество школ, где обучаются инофоны, это дети, не знающие русского языка, с каждым годом становится все больше. Новейшие педагогические подходы к адаптации детей-мигрантов предлагает Новосибирский государственный педагогический университет. Например, очень важно, мы считаем, нужно проводить хотя бы минимум раз в два года курсы повышения квалификации для учителей, которые работают с данной категорией детей. Это просто необходимо, потому что дети разные, и учителям нужно постоянно обновлять свои знания. Это первое. Второе. Обязательно в рамках внеурочной деятельности с этой категорией детей нужно вводить занятия, вплоть до индивидуальных. Ну и третье, я считаю, в педагогических вузах нужно в обязательном порядке эту дисциплину работы с детьми иностранных граждан нужно вводить не только в планы начального образования, да, обучения, а во все сферы, потому что все учителя на сегодняшний день сталкиваются с данной категорией детей. Важную роль в организации международных отношений в нашем регионе сегодня играет молодежь. Для укрепления межнациональной дружбы в нашем городе проводятся молодежные межнациональные смены и форумы, такие как «Интерактив» и «Многонациональная Сибирь». Такие мероприятия объединяют молодежь, представителей разных народов, религий и наций. Третьего созыва молодежного парламента 2019 года именно на базе молодежного парламента Новосибирской области была создана рабочая группа по гармонизации межнациональных отношений. И также важно отметить, что именно в рамках данной рабочей группы также проводились мероприятия, которые в свою очередь направлены уже на укрепление межнациональной дружбы. Это и спортивные мероприятия, это и культурные мероприятия, разного рода мероприятия, которые способствуют там укреплению межнациональной дружбы среди народов, проживающих на территории нашей области. О концепции и содержании стратегии региональной национальной политики в Новосибирской области на 4 года рассказала Елена Шевцова, директор научно-образовательного центра Государственного управления публичных стратегий Президентской академии. В соответствии с планом работ данного государственного контракта мы также разрабатываем комплексный план реализации стратегии национальной политики Новосибирской области. Мне показалось, что у нас главная проблема сейчас – проблема взаимодействия между институтами гражданского общества и властью, если хотите. Я не говорю, что у нас нет этого взаимодействия, но на заре создания ассоциации мне так представлялось, что она была более тесным, более продуктивным. Сейчас то ли от того, что и организация уже там больше 25 лет, то ли от того, что люди все же меняются, подходы меняются, темп вообще жизненный меняется, другие приоритеты какие-то. Поэтому
Поэтому что-то такое нужно сделать для того, чтобы снова активизировалась эта деятельность, потому что сейчас она мне нет, представляется, что она очень важна теперь, потому что и само государство у нас многонациональное. Сейчас прибывает очень много людей, которые ментально немножко отличаются от нас. Все же. Безусловно, научно-практическое. То есть это имеется в виду, что это не монологи чиновников, как чаще всего бывает, а здесь есть возможность, как это, прорваться к дискуссии, даже несмотря на то, что там прописаны докладчики и так дальше. То есть в качестве, когда задаешь вопросы, вступаешь в диалог, иногда там в перепалку получается и так дальше, но понимаешь, что ты участвуешь в всем этом процессе. И важно проследить то, что мы, о чем здесь говорим, причем представители национальных культурных автономий, национальных организаций и так дальше, то есть они имеют возможность тут как раз в самых низу высказать свои проблемные вопросы и проследить до окончательного принятия решения. И более того, уже потом, когда мы знаем, что такое-то решение принято, то уже каким-то образом проследить, как они те или иные решения реализовывались. Проводить последний день октября студенты из Республики Саха-Якутия решили уютным кавер-вечером. Среди гостей оказался и Мир нации. Под гитарный мотив и с кружкой горячего чая в руке в городском межнациональном центре студенты из Республики Саха-Якутия встречают долгожданное событие – кавер-вечер «Чай-Диэхэ». Организаторами мероприятия выступила Ассоциация молодежи Республики Саха-НСК. Это мероприятие ребята придумали сами. Мы каждый год набираем новых активистов в наши ряды, и мы их набираем посредством одного мероприятия, New Way называется. Это типа деловая игра. Ребята новенькие приходят, готовят свои проекты, и каждый год, почему так получалось, что именно на этом мероприятии каждый год новые активисты набираются. И именно каждый год разные ребята предлагали одно и то же мероприятие. Типа а-ля кавер-вечер, квартирник, вот типа в такой домашней обстановочке, с печеньками там и так далее. И в этом году мы решили все-таки воплотить это мероприятие в реальность. Чай Диэхэ с якутского переводится как «попьем чайку». Такое название для своего мероприятия ребята придумали не просто так. Каждый, кто решил посетить кавер-вечер, принес с собой различные угощения, хорошее настроение и пару-тройку песен на родном якутском языке. Августина была активистом Ассоциации молодежи на протяжении 3 лет. Сейчас девушка работает и живет в Казани. В Новосибирск приехала отдохнуть. От вечера ждет лишь приятных впечатлений. Новые знакомства, новые друзья, сплочение. А еще немаловажную роль играет то, что обычно на мероприятиях мы всегда на русском говорим, а вообще типа между собой мы на якутском. Вот такие мероприятия, они дают какой-то, не знаю, урок, что ли, вот. И, классно, когда ты умеешь разговаривать на русском и на якутском, то есть, это все равно, типа, понадобится им. А некоторые ребята, например, не могут, по-якутски что-то понимать, вот, поэтому это очень хороший навык. Мария Токарева, Яна Скоморохова, Мир наций. Знаменитые корейские исполнители спели и сыграли с музыкантами «Новата». Поводом для музыкального вечера послужил юбилей дипломатических отношений между Россией и Кореей. Сюжет Дарьи Мазуровой. Флейта, контрабасы, скрипка, Моцарт, Бах и Гендель – такое музыкальное событие не могло остаться незамеченным в сибирской столице. Знаменитые корейские исполнители спелись и сыграли с музыкантами «Новата». Особой гостьей вечера стала скрипачка Ким Ги Хи.
Пандемийная реальность не позволила полному составу корейских исполнителей приехать в Новосибирск, однако это не помешало публике наладить культурный диалог с классикой. Музыкальный вечер посвятили юбилею русско-корейских взаимоотношений. Мероприятие на самом деле отличное, то есть оно было посвящено 30-летию дипломатических отношений между Республикой Кореи и Россией и плюс год взаимных обменов между Россией и Республикой Корея. Для нас, как национальной автономии, на самом деле это большой опыт и такое достаточно ценное мероприятие в качестве обмена, потому что на самом деле опыт передавать из разных стран друг другу — это очень интересно. И поэтому мы этим пользуемся, пока есть возможность, смотря на все ковидные запреты, пытаемся все равно это сделать, собрать наших соотечественников и все-таки как-то показать им культурную сторону. В этом году у новосибирцев уже была уникальная возможность познакомиться с Льмонори, жанром традиционной корейской игры на ударных инструментах. Этот же симфонический концерт – совершенно другая форма творческой коллаборации, удивившая даже звезд Навата. Это потрясающе. У нас был очень хороший маэстро, то есть дирижер. Это был хороший опыт. А также великолепная солистка. Мне кажется, концерт получился такой душевный. Местами даже на высоком профессиональном уровне. Культурный обмен на этом не завершается. Впереди на концертной карте страны и другие регионы, где российские и корейские музыканты будут звучать в унисон. Дарья Мазурова, Роман Парамонов, Мир наций. В честь Дня народного единства Украинский культурно-просветительский центр «Шляхами Кобзаря» организовал праздничный концерт «В моем сердце Украина», где побывала и наша съемочная группа. Украинская культура веками развивалась как народная. В ее основе значимое место занимали фольклор и народные традиции. Но особенно украинская культура проявляется в декоративно-прикладном творчестве, песнях и танцах. Чтобы поближе познакомиться с этой культурой, Украинский культурно-просветительский центр «Шляхами Кобзаря» приглашает на концерт «В моем сердце Украина». На сцене коллективы со всей Новосибирской области. Я сама из Украины, из Сумской области. Приехала уже 30 роки. Назад, 30 лет назад я приехала в Россию, и мне так посчастливилось попасть в детскую школу искусств «Берегиня» в городе Бирске, где я уже на протяжении 24 лет преподаю вот этот вот прекрасный инструмент, который называется бандура. Сегодня для зрителей мы исполним песню как раз про хороших гостей. «Зеленое жито» называется песня. Именно вот такая она, приветствие дорогих душе и сердцу гостей. Для Марины и Виктории украинская культура имеет особое значение. Девушки приехали в Новосибирск 7 лет назад из Донбасса. На концерте участницы представляют народные украинские песни. Украинская культура прежде всего это мелодия, узнаваемая всегда. Вот только первые ноты слышишь, все понятно, это украинская песня. Она очень мелодична, очень гармоничная, очень богата красками национальными. Мы это поняли, уже находясь здесь. Когда дома мы пели русские, украинские, мы этого не замечали. Когда здесь стали петь украинскую песню, мы отметили, что она как-то более нам к душе, и нам кажется, она более мелодична. Мало кто знает, но среди известных в Новосибирске фамилий есть те, у кого имеются украинские корни. Например, Левицкий Алексей Яковлевич, золотой голос России, родился в Киеве. Он 126 раз исполнял оперу «Борис Годунов» в Новосибирском театре оперы и балета. А пионер космонавтики Шаргей Александр Игнатьевич, более известный как Юрий Васильевич Кондратюк, из Полтавы. Украина для нас – это малая наша родина, где мы родились. Это язык, это культура, это то, что в нас молоком матери впитано. Мы
корни одного дерева. Мы братский народ вместе с русскими, белорусами. И отрезав один частичку корня, дерево может умереть. Поэтому надо сказать, что День народного единства – это праздник, где действительно все славянские народы, Белоруссия, Украина и Россия, объединяются. И поэтому мы сегодня проводим концерт «В моем сердце Украина». Этот концерт посвященный Дню народного единства. Мы, народы, проживающие на территории Сибири, едины. И в едином кулаке едины. Мы сильные. И поэтому я всех поздравляю. Желаю счастья, здоровья. Спасибо. Мария Токарева, Роман Парамонов. Мир наций. Школа межэтнической журналистики уже пятый год выпускает опытных студентов в сфере межнациональных отношений. В качестве практики они посещают множество фестивалей и мероприятий. Так, группа смогла посетить торжественное открытие Дома татарской культуры, где студентам удалось не только стать частью праздника, но и попробовать себя в качестве журналиста. Подробности в сюжете Рахимы Абдуллаевой. Как мирно сосуществовать в мультикультурном обществе, не нарушая этические и правовые нормы? Вопрос, который остается актуальным и по сей день. Два месяца интенсивного обучения от гильдии межэтнической журналистики показали ученикам вопросы национальной политики и этноконфессиональных отношений. К примеру, сегодня по учебной программе у нас запланировано выездное мероприятие. Мы решили посетить торжественное открытие Дома татарской культуры. Это возможность не просто зарядиться атмосферой праздника, но и закрепить знания на практике и познакомиться с руководителями национальных некоммерческих организаций. Школа была реализована по инициативе гильдии межэтнической журналистики как система повышения квалификации для работников прессы, работающих с межнациональной тематикой. В этом году курс организован совместно с Федеральным агентством по делам национальности в 25 городах страны – Архангельске, Астрахани, Барнауле, Москве, Новосибирске и в других городах. На мой взгляд, межэтническая журналистика – это тот объект, который позволяет взаимодействовать между общественностью и институтами гражданского общества, в данном случае этнической направленности. То есть мы говорим о том, что есть национально-культурная автономия, они проводят мероприятия, и журналистика в этом понимании должна раскрывать какие-то мероприятия, темы, в целом, в принципе, что такое национальная культура, какие традиции она базирует в нашем городе, в данном случае, в Новосибирске. Спектр тем, затрагиваемых в рамках школы, очень разнообразен, начиная от правовых норм, заканчивая этнотуризмом, пониманием этнической территории как бренда. Экспертами курса выступили действующие журналисты, лекторы и специалисты в области национальной политики. В качестве примера тщательного отбора экспертов может служить тот факт, что лекцию про использование жанров в межэтнической тематике рассказывает Александр Колесниченко, который выпустил настольную книгу журналиста и описал практические методы и приемы. В учебных заведениях и вузах в списке обязательной литературы можно встретить эту книгу. Я считаю, что школа межэтнической журналистики, она важна не только для журналистов, не только для студентов, которые обучаются по данному направлению, а она важна для людей, которым это, в принципе, интересно, важно, потому что, еще раз повторюсь, взаимодействовать в социуме с людьми разных национальностей, разных культур, разных вер, это очень важно, мне кажется, на сегодняшний момент, потому что мы тем самым разрушаем какие-то стереотипы, которые со временем у нас накопились, непонятные какие-то, неприятные для многих национальностей, для многих народов. Помимо теоретических знаний, школа также имеет и практическую направленность. Ее участники посещают фестивали, праздники и знакомятся с активистами и руководителями автономий. Каждый участник получил возможность пополнить свое журналистское портфолио и опубликовать авторские материалы на федеральном сайте «Нацакцент», а также в других СМИ. На сегодняшнем мероприятии я узнал, как правильно вообще берутся интервью, как делаются бэки, как вообще ставится камера, какие вопросы нужно задавать и сколько дублей нужно снять, чтобы материал вышел в эфир. И познакомился, в принципе, с работой журналистики, потому что напрямую я никогда не сталкивался, как брать интервью. Я фотографировал, а именно съемка видео для меня было что-то новое и такое интересное. В первую очередь, самой главной мотивацией и ожиданием было тот факт, что мы сможем посетить множество разных концертов, мы увидим представителей разных этносов. Это будет веселое приключение, в котором я прямо сейчас участвую. Они все реализуются прямо сейчас.
О других значимых событиях расскажем уже в следующих выпусках. Ярких вам дней и до встречи в эфире!